Привет, зритель. Это Беланикс. Сейчас я опущу камеру вот так, штатив точнее. Ты его увидишь вот так. Сейчас, может, даже я немножко отъеду. Вот теперь ты его видишь как бы во всей красе. Полный рост. Да, он большой, в камеру не совсем влезает. И сейчас как бы, ну, не свет дня. Тут у нас 4 банана. И где-то чуть больше стакана молока. Я думаю, тебе важнее, наверное, смотреть, как он вот так вот сейчас будет работать. Я сама еще так не делала. Бананы замороженные. Правда, уже слегка начали подрастаивать, потому что у меня кое-что готовится, то все. Но давай сейчас с тобой попробуем. Кошка убежит с испугу. Любители ночью сделать ремонт, возможно, услышат звуки. А можно это не услышать. Но мне кажется, он менее шумный, чем, допустим, Браун. Или еще кто-нибудь. Сейчас у нас самая маленькая скорость. Мне кажется, там не какой-то банан не успел уделаться, но его можно потолкать. Я потом обязательно покажу, как я делаю пасту ореховую из семечек. Толкатель. Вообще, как бы, наверное, надо было не кульком кидать бананы или их как-то замораживать. Тоже не кульком, а по две, допустим, штучки. Это вообще 4 банана, поломанные на 2 штучки. Так что 4, это как бы 8 штучек таких. Первый раз вообще делаю так. Слегка выпрыгнула. Ё-моё, у меня тут ноутбук. Благо, на него не попало. Сейчас я попробую той же хренью, кнопочкой. Этой кнопочкой хорошо, кстати. Вкусняшка. Мыть эту штучку. Вообще он как бы, да, свет тут, ну, вот, лампочка у меня тут, лампочка. Что, ее как-то отодвинуть надо? Глянуть бы, как там наш банан замороженный. Не весь он как-то у меня тут проходит. Ну, отсюда льется.
повернем сейчас вот так. И посмотрим, что будет. Чем громче шумит, тем больше скорость я прибавляю. У меня попутно курица варится. Практически кошки. На самом деле, мне ради бульона, но кошка внезапно осталась как-то без еды, и у меня еды как-то готовой нету. Ну, вроде как он практически весь издолбился. Я сейчас поднесу кверху. Сейчас налью в стаканчик и еще раз тебе покажу. Вот он. Да, действительно, надо было, наверное, как-то его не слипшимися кусочками кидать. Там половина еще осталась. Ну, вот это то, что стоит половина, оно такое. Ну-ка. Блин, как молочный коктейль холодный. Точнее, как молочный коктейль, который вот с мороженкой, потому что холодный. Вкусный. Это, наверное, будет отдельный ролик. Я сейчас вот так вот чисто его вблизи покажу. Я его уже из розетки выдернула. Как ты уже по звуку понял, когда там вот кверху-то все поднималось, это вот на эту. Нажимаешь. Кыл-выкл. Типа пульс. Тут 15 скоростей. И на первой, в принципе, вот у меня семечки измололись, а вообще первый раз, когда делала муку и пасту. Ну, мы потом с тобой еще раз так сделаем. Мне понравилась такая халва жидкая. Ну и тут кыл-выкл. Ставишь нужную скорость, включаешь. И когда надо, вот выключаешь. А если надо помыть, допустим, вот на это, или просто, чтобы пульс, импульс. Что-то такое взбить. Это заменяемое я заказала сегодня. Как раз, ну, про запас. Там как раз ключик, чтобы отсоединить ножички. И ножички заодно дополнительные. Мне чисто надо было в основе из-за ключика, по большей части. Потому что иногда арахисовая паста не всегда нормально отмывается. И удобнее как-то все-таки достать и отдельно все помыть. А без ключика это не открутить. Никак. Ну и так, чтобы было уже действительно про запас, мало ли там чего. Потому что они то есть в наличии, то нет в наличии. А тут вдруг и будет. Вот так, зритель. Наверное, я попью, вот сейчас помонтирую другие ролики. А потом, когда соберусь делать ее, то запишу тебе еще отдельно. Не выдержала душа поэта, и я решила записать уже продолжение по скриптам на телефон. Просто камеру-то я уже убрала, а доставать неудобно, то все. Пока достаю, тут уже все закончится. И я ложкой немножко помогла от стенок отсобачила этот прилипший замороженный банан. Перелила из чашки обратно то, что вылилось. Ну, большую часть.
И вот, по ходу дела, у нас тут уже равномерная жидкость. Сейчас перелью в чашечку. Вот, я тут крышечку сняла. И ее крышечку, и крышечку крышечки помыла. И толкатель тоже помыла. Саму машинку, скажем так, основание ее убрала. Вот оно у нас какое вышло. Сейчас я налью. Правда, одной рукой я держать телефон не смогу и наливать второй. Я опять же нажмусь на паузу и уже засниму тебе, зритель, как оно есть. Потому что снимай на телефон, а камера все еще убрана. Вообще камера почти разряженная. Все полностью все разбилось. В общем, ну да, я понимаю, что надо бы изначально было это все попробовать сначала, а потом уже без всяких проб и ошибок показать тебе идеальное видео с идеальным результатом. Но чья? И потом, мало ли, у кого-нибудь подобная проблема будет, и не будут понимать, как и что. А тут и опыт есть как бы мой, и метод проб и ошибок. Короче, оно похоже, ну да, вот молочный коктейль, то все. Вообще по консистенции, по вкусу, похоже на потаявшее мороженое. И напомню, тут у нас 4 перезрелых, я их очищала от черных шкурок, 4 перезрелых банана. Очищенных от шкурок, поломанных на 2 части, итого 8 кусочков, запрягаченные в пакет для заморозки и сунутые в морозилку на пару суток. Да, я понимаю, что надо было их как-то не кусками кидать, комком, точнее, так сложил и туда. Я просто не ожидала от самой себя, что я тут все-таки решу что-то замутить. Я думала, они там пролежат месяца 2. Как-то надо было их располовинить. И не всем комком таким замороженным фигачить, а хотя бы кусками. Тогда бы быстро все сделалось. Не пришлось бы ложкой отскабливать, толкателем толкать. Ну вот, молоко. Я тебе даже покажу баночку. Я сегодня купила. Угличское молоко, Ярослава, Главинское, 31 рубль, вот такая баночка, коробочка, в магазине фирменном Головинском, сегодня купила, и 4 банана, будь, вот у нас еще осталось, я думаю, на чашечку такую же. Вот теперь тебе, зритель, пока. Если тебе вот эта штука понравилась, то тоже можешь себе купить. Я за 7,5 покупала на Озон. Сейчас вот на Вайтбрис где-то чуть дешевле идет. Ну, может, потому что там какие-то распродажи. Это Bialamix G5200. Ну, и в названии там будет ролика. Ну, мне кажется, такая нормальная цена 7,5 тысяч. Но все 7, по-моему, 490 он стоил. Ну, где 7,5, где еще? Сейчас вот на Озон подобный идет за 6,800, что ли. И на Вайберис примерно цену видела. Ну да, ты, конечно, можешь заказать на Алиэкспресс. В 2 раза дешевле, он пройдет 2 с лишним месяца. Не как, что придет рабочий. А на Озон хотя бы, если что-то там не дошло, то, ну, во-первых, ты на базе можешь это проверить. Во-вторых, как бы мне удобнее лучше переплатить 2 раза, но зато получишь то, что работает с нормальной техподдержкой. Даже от самого производителя. Пока, зритель. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.